Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Романов, и в этом видео я подготовил для вас прогноз на Лигу Чемпионов, квалификации, где встречаются между собой такие команды, как Рапид и Спарта Прага. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу напомнить, что помимо YouTube-канала у меня есть также Telegram-канал, где ежедневно делюсь бесплатными прогнозами. Поэтому, если вам это интересно, ссылку я оставлю в описании. Также в сегодняшнем видео я проведу розыгрыш, где у каждого из вас будет возможность выиграть денежный приз, поэтому досматривайте видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Что ж, друзья, мы же с вами возвращаемся к разбору матчей и начнем с команды Rapid из австрийской Бундеслиги, которая в целом под собой подразумевает очень результативный и зрелищный футбол. В этом вы можете убедиться, посмотрев также на результаты их последних 20 матчей. Я же отмечу, что за эти 20 игр они в целом показали хорошую игру. У них всего 5 поражений, 6 ничей и 9 побед. Если же мы с вами посмотрим на их статистику последних 10 домашних матчей, то можем заметить, что тут они тоже показывают отличные результаты. Всего лишь 2 поражения, при этом забивали они практически в каждом матче, за исключением одного. Что же касаемо их оппонента, Спарты Праги, то эта команда тоже показывает отличный результативный футбол. Если мы с вами посмотрим на их отрезок из последних 20 матчей, то можем заметить, что у них всего лишь 4 поражения, 3 ничьи и 13 побед. При всем при этом, не так давно у них была серия из 10 побед кряду. Но проблемы в обороне у Спарты однозначно есть. Если мы с вами даже посмотрим на их результаты прошлого сезона в чешской лиге, то можем заметить, что даже учитывая то, что они заняли вторую строчку, они пропустили 43 мяча. Если мы берем команды из первой десятки, то можем заметить, что этот результат превзошла лишь одна команда из 10. Но при этом и атака у них просто бешеная. 82 гола за 34 тура – это очень хороший показатель. В перерыве команда из Праги была очень активна. Они сыграли 7 товарищеских матчей, добыли 5 побед, 1 ничью и 1 поражение. Если в начале, да, были слабые команды, которые они просто уничтожали в одну калитку, матчи все равно были результативными – 8-1, 7-0, то когда появились уже более-менее серьезные команды, там уже результативность появилась от обеих команд, то есть обмен голами происходил порой даже не один раз. Исключением не стали и гостевые матчи, ведь в 5 последних гостевых играх, да, они добыли 3 победы, сыграли один раз ничью и один раз проиграли, но при этом в общей сложности за эти 5 матчей было забито 26 мячей. Это в среднем больше 5 голов за игру. Но перед тем, как я подведу итог и уже оглашу сам прогноз, хочу вам порекомендовать букмекерскую контору, в которой ставлю лично я, это BKMLB. Это букмекерская контора самой широкой линии в СНГ, там есть любой матч, любой исход, который вам по душе, но что самое главное, вы абсолютно точно можете ей доверять. Если же плюс ко всему еще и воспользуетесь промокодом, который сейчас видите на экране, можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению, введя его при регистрации. То есть при регистрации вводите данный промокод, после чего просто пополняйте свой счет. Пополнили на 1000, получили 2000, пополнили на 10, получили 20. Арифметика простая, уверен, каждому она понравится, ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Что хотелось бы сказать по итогу. Здесь у нас встречаются две очень интересные, две довольно результативные команды, которые не умеют играть от обороны, их основная цель забить больше, чем сопер. И за такими матчами, несомненно, очень интересно и приятно наблюдать, когда играют две довольно результативные команды, которые нацелены именно на атакующие действия. Учитывая, что обе команды себя отлично показывают, как и в своей лиге, так и в товарищеских матчах межсезонки они себя отлично проявили, при этом играли результативно в атаку, с реализацией у них проблем нет. Я думаю, что здесь наиболее вероятный исход будет обмен голами. Поэтому моя ставка в этом матче будет «обе забьют да». А теперь давайте перейдем к розыгрышу, о котором я говорил еще в начале видео, что же нужно сделать для того, чтобы выиграть денежный приз. Условия все те же: поставить палец вверх этому видео, подписаться на мой YouTube канал и написать в комментариях, на какой минуте какая команда какой гол забьет. Для вас снизу сейчас появится подсказка, по ней пишем свои варианты в комментариях. Вам достаточно угадать лишь один из этих вариантов, и если вы угадали, не спешите. Возможно, кто-то другой назовет такой же вариант, и, соответственно, рандомным образом будет выявляться победитель. Затем я его оглашу в одном из своих роликов, и после чего с вами свяжется мой менеджер в обсуждениях вашего канала. Ну а победителя прошлого розыгрыша вы видите сейчас на экране. Что ж, друзья, на этом видео подошло к концу. Подписавшись, также, друзья, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного прогноза, ни одного розыгрыша. С вами же был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.